Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Вот описание к картине Эгона Шилле «Семья», 1918 год, холст масла 150 на 160. Великий австрийский художник Эгон Шилле прожил короткую, но очень яркую, наполненную творческими открытиями жизнь, познав славу в молодом возрасте. Бельведер хранит одну из самых интересных и представительных коллекций его произведений. Наряду с Густавом Климтом живописец считается самым блестящим выразителем эстетики и культуры европейского модерна. Ну, чтобы понять данное произведение мастера, нужно знать его биографию. В 1918-м Шилле было всего 28 лет. В Европе началась сильнейшая эпидемия гриппа, знаменитая испанка, унесшая жизни более 20 миллионов человек. Картину «Семья» художник начал, когда еще ничего не подозревал о скором конце. Он погиб через 3 дня после смерти беременной жены. Заболев, живописец начал переделывать полотно. Интересно, что изображенная женщина не его жена, а неизвестная модель. Автопортретными характеристиками обладает фигура мужчины. Работа осталась незаконченной. Взгляды героев поражают пронзительностью. Они, смирившись с судьбой, смотрят куда-то вдаль. Впечатляет жест мужчины, он прикасается к сердцу, словно приносит обет верности своей семье. На холсте присутствуют коричневатые земельные цвета, как будто герой уже находится в лоне земли. В этом произведении меняется стиль Шилле. Он становится более реалистичным. Настроение картины очень мягкое, покорное, даже просветленное. От экспрессионизма осталось лишь драматическая символика цвета. Ну, вот такое описание картины «Семья» Эгона Шилле я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».